Я издалека поснимаю сейчас. Так, народ они уже давно. Народ, сейчас секретное упражнение от Маськи будет. Супербомба упражнение. Да, только никому не говори. Она сказала, что она жадна. Это ее личный секрет. Вот. Так. Еле уломал ее, чтобы она это... Да, показала. Секретное упражнение на попу. Что-то странно, блядь. Есть кто вообще в онлайне-то, нет? Алло, народ. Тут какая-то тишина. А, Усманова еще не родилась, когда я его делал. Я тоже его делал в каком-то ролике года два назад или три. Показывал. Попробуйте, узнаете, что хорошего. Я не знаю, эффективнее оно или нет, но оно крутое. Кто-то спрашивает, эффективно? Ну да. Маша его делал, потому что я его Маше показывал. Да понятное дело, что упражнение не новое, блядь. Ну... Хорошо, больше ничего не будем показывать. Да, все делает. Наверх, на низ. Нет, присед не стандарт. Давай. Куда назад? Туда назад? Сюда назад? Что мне показывает? Вон я. Ебать, опять народу. Слушай, что творится-то, блядь? Жесть. Опять народу немерено. Кого? Вот это? Да. Куда поднять? Ну, наверное, почти себя видят. Зеркало. Могу. Давай. Покажи нам что-нибудь еще. Все секреты? Все секреты. Не да нет, тут такие зрители, что они все знают. Я знаю. Все знают. Только почему-то, блядь, ни у кого такой попы нет. Я вся в сиреневом. Ебать, 190, что там прослучилось-то, блядь? Слушай, меня вообще никто не смотрит, блядь. Ёпта, 200 попёрло. Топ? Топ сначала это... Сначала первый, кстати, не утяжелитель, нет? Я давно не делала. Давай, делай. Утяжелителем сразу. Ну, если что-то со спиной случится... Мы в топе. Жесть. Просто пиздец какой-то. Нахуй, пошел отсюда. До свидания. А чтобы не это... Ну что, погнали? Куда? Не перевесишь. Нет? Да я не перевешиваю. Не боишься на мне?
Да, моя девушка. Чё, так или нет? Да, 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 да. Попробуй. Давай. Не резко, плавные движения. Рекорд. Вот смотрите, как попу. Ну делай на максимум. Ебать, что случилось-то? Сейчас скоро 400 будет уже. Все, меня больше не будет в перископе, только Маська будет. Как заставить? Не знаю. Найдите другую, пусть промотивирует. 400 перевалило уже. Для того, чтобы заставить девушку что-то делать, нужно, чтобы другая замаячила на горизонте. Получится такой пендаль под жопу, чтобы начала что-то делать. А если не начнет, то все. Воу. Пиздец, 430 человек уже. Тебя смотрят? Тебя смотрят? Меня, блядь, столько в жизни не смотрел. Что меня показывает? Вот я. Я сейчас покажу, у меня это самое. Отвалится весь народ. 450. Спрашивают, сколько тебе лет. А сколько ей лет? Сколько мне лет? 18 пишут. Довольно? 33, охренели что? 16. Вы что, чтобы меня посадили? О, уже ближе, 23, 25, 24, так, 26. Там был правильный ответ. 24, 25, очень близко. Ничего. 25. Чего, твоя попа уже 470 человек себе, жесть вообще. 25 лет. 500. Ой-ой-ой. Бля, пиздец, 520. Что случилось-то, ё-моё? Всё. Резких движений просто не делать, плавно. Не резко, плавно, плавно, плавно делай, не резко. Да уже 550. Это не я в топе, это Маська в топе. Ну что, 600 будет? Мне кажется, и 600 будет. О! Мась, не резко делай только. Плавно. Спину сводит. Ой-ой-ой. Вот здесь. Ну, я говорю, не резко. 600. Да, 600 перевалило. Я это место боюсь. Блин, вы вообще огонь. Вот, смотрите, как тянуться надо. Пиздец, в час ночи народ не спит. Девушка долго, да, занимается. Уже... Сколько ты занимаешься? Я открыл твой секрет, то, что ты полтора года дома попу качала каждый день. Не, ну я и в зале качала. И в зале тоже качает. Я ходила из зала, дома качала. И дома качала. Она все время в спорте, как бы. Но она не лезет на сцену, никакие там бикини, шмикини. Ей это не нужно. Давай я тебе потяну. Руки давай. Все, вот через зеркало народ пусть посмотрит. Вот сюда. Наклоняйся. Давай, 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 тяни. Вытягивайся вперед. Все пишут, офигеть, у нее классная попа. Ну, она вся классная. Тверк для меня танцует. Вот здесь? Ты тверк танцуешь? В суде. В суде? В суде танцуй. Привет, коллеги. Тебе привет передают.
знаешь, его плавно делай, да, плавно. Понимаешь? Ты когда делаешь резкое движение вперед, у тебя включается спина резко. Ты плавно, знаешь, плавно спину включила и сокращаешь за счет ягодиц плавно. Тогда без рывков так не будет сильно это. Ну да, я, видимо, спину не будет отдавать. У меня просто да. Поясницу вот так вот перекрутила. Я попробую медленно. Блять, батарейки 5% осталось. Черт подери. Да, да, моя девочка. Да нормально. Она маська. У нее небольшой рост. Блять, я не успеваю банить долбоебов. Чего? Да тут есть. Есть. А мы тренируемся, когда мы хотим. Я? Да, я только для маски тренер. И все. До свидания. Да, давай. Все, я блокачиваю. Музыка конченая. Не слушай, давай нахуй отсюда. До свидания. Держу, держу, давай. Мы тянемся, вот. Видите? Опа. Так, сейчас все выключится, скоро батарейка садится. Выключали. Выключать? Выключали. Блин, 600 человек обломается. Че? Какой рост у Маськи, спрашивают? 54. 1,54 м. Или 55. Или 55. 1,54 м. Спасибо, ребят, за хорошие слова. Всем спасибо. Я тебя поздравляю, давай, до свидания. Мне сейчас надо четвертый раз я делаю, но я пойду в другой. Мы здесь всегда, каждый день. Да, помечтай, блядь. Вообще огонь. Блядь, сколько пассажиров пришло, пиздец просто. Блин, телефон скоро сейчас точно вырубится. Мы в Москве. Мы в Москве. Ну ничего, будем, если всем понравилось, будем Маську показывать, как она попу качает. Мышцы, но длинные мышцы спины, ягодицы в основном, акцент на ягодицы, конечно. Ну, попа от большого труда появилась, не просто так. Инферно фитнес. Забейте в Яндексе. Инферно фитнес. Метро Академика Янгеля. Инферно фитнес. Метро Академика Янгеля. Так я и рекламирую, что? Инферно фитнес. Вот посмотрите, наш зал. Это мой зал. Здесь очень много хороших тренажеров. Ха, попу покажи. Вот.
Так, ребят, если отключимся, значит все, пиздец батарейки. Я, кстати, купил зарядку специальную, но, блядь, в машине она новая лежит. Тебе тоже купим. Ну, так как мне не тяжело. Я думаю, куда мне еще сходить? Я зарядку купил, на 4 заряда моего нота хватит. На 13 тысяч ампер, там пиздец. Я просто, она новая, еще в коробке. Сегодня была зарядка, но я же тут 2 часа уже транслировал, поэтому села зарядка. И вот, блин, я туда пойду. Себя показать. Много народу нового меня не видели. Что вам показать, бицепс вот? Нет, мы не женаты. Так, Маська куда-то ушла. Так, для тех, кто не видел, вот вам бицепс. Ну, он пришла, разогнала бугаев. Да. Я не знаю, я не веду статистику по перископу. Спасибо за хорошие слова. Нет, поработай пока подольше. Да, Маська большой онлайн собирает. Сколько раз клиентки спрашивают, сколько раз в неделю качаешь попу? Сколько раз в неделю? 2 точно. 2 точно. И еще дома. И еще дома. Ночью. И еще дома ночью. В 3 часа ночи. Я серьезно говорю, в 3 часа ночи можешь скачать и становую тягу делать. 150 повторений. Блин, сейчас батарейка точно сядет. Ну ты попрощайся, давай продолжим. Да, ладно, народ, давайте прощаться. Ну реально это самое. Сейчас, ну хер с ним, выключится и выключится. Насколько хватит. 200 я жму на раз. Вот, смотрите, тоже фишка по одной ноге, видите? Одну держим, потом одной делаем. Это нужно для чего? У нее искривление позвоночника и мышцы неровно развитые, длинные мышцы спины, которые вот здесь находятся. И, соответственно, мы закачиваем одну сторону больше. Это так, совет, кому-то может пригодиться. Вот. Давно, да, занимается очень давно. Все.